Всех приветствую. Выехали на Или поискать осеннего жернка. Ехали ночью. Чуть-чуть подзастряли, пока место искали. Ну ничего, выехали. Сейчас вот утром надули лодочку. Ну и пойдем на простор Или поискать, где стоит рыба. Сейчас особой активности сильной нет, чтобы везде ловился. Но если стайку найдешь, можно неплохо отрыбачить. Ну, вот. Выехали в район Ялов. Стали на свале, вот прямо здесь мелко, сантиметров 20, и уходит под 1,5 метра. Но тоже пока тихо. Откидываем пока разными приманками. Пока ни одного удара не было. Поиски продолжаются, ветерок поднялся, пока поклевок нет. Спешились, нашли вот такое место, перекат с галькой. Сейчас попробуем здесь. Посмотрим. Ну, ветерок дует, блин. Это плохо, наверное. Будем пытаться. Ну, вот впереди отличное место. Миляк идет, а потом вот низкая глубина. Так, Андрюха, что там? О! Жерншок небольшой, совсем небольшой. Я тоже вытащу. Хорошо сидит, не, он хорошо сидит. Трампит. Ну, я пробился. Мальчик, мальчик. Молодец, мамка. По чинам. Мамка маленькая. Угу. Да. Ферм есть, а то столько мест прошли. Вообще непонятно где. Ну. Так, пока в поисках. Поздравляю. Тут уже получше. Тоже, сюда закидываем. Тоже мамочка. Сюда закидываем над лодкой. Две поклевки было. Одного вот поймали. Поклевки.
Небольшой, но все же. Этот беленький, где были зелененькие. Этот беленький. Молодца. Довольный взгляд. Ну вот с этой точки удалось двух штук взять. Было 5 или 6 поклевок. Почему-то без результата. Попытаемся где-то еще. Пошли дальше. Так, еще один. Единичный случай выхода. Так особо мы не нашли, чтобы было. Рассказывай, что ты тут делал? Рыбу ловил, пока ты там сидел в лодке. Пока я эту блесну менял. Везде сделал. Небольшой жерновшок. Что-то единичный экземпляр, причем у всех, по всему берегу. Там поймают одного, там поймают одного. Мамок нет. Ну, говорит, вчера лучше было. Сегодня ветер сильный. Может, поэтому. Ну, у нас уже сколько? 4 жернуха. В принципе, нормально. Нам много не надо. Напоследок. Ну, уже домой собираемся. Вот такой вот долбанул. Красавчик, беленький. Ну, небольшие, что-то крупные не клюют. Вот такие на засолку, на селедку. Всем привет еще раз. Маленькие рыбки вот наловили. Благодаря Андрею Владимировичу. Так не очень, конечно. Ну, нам хватит.